Технология блокчейн используется для финансирования фильма. Сценарист и режиссер Мит Цеперини занимается постановкой фильма под названием «Брейд», сообщает сайт Blockchain News. Примечателен тот факт, что средства для фильма она собрала с помощью Ethereum и YFund. Обычно кинематографисты полагаются на голливудских благотворителей или на такие интернет-ресурсы, как Kickstarter или Indiegogo. Поэтому данное сотрудничество делает «Брейд» в своем роде уникальным продуктом.